олімпійської чемпіонки Стели Захарової. Першою на подіум виходить збірна команда Росії. Наступна збірна команда Ізраїлю. Далі збірна команда Азербайджану. За нею збірна команда Бразилії. Наступна збірна команда Нідерландів. Потім збірна команда Угорщини. Збірна команда Литви. Збірна команда Білорусі. Збірна команда Узбекистану. Збірна команда Японії. Збірна команда Словенії. Збірна команда Хорватії. Збірна команда Кувейту. І останньою на подіум виходить господиня змагань – збірна команда України! Я запрошую на подіум почесних гостей змагань. Зустрічайте! Міністр молоді і спорту України Равіль Сафович Сафіулін. І народний депутат, радник голови Верховної Ради України Валерій Олексійович Баранов. Для оголошення вітального слова від прем'єр-міністра України Миколи Азарова до мікрофону запрошується міністр молоді і спорту України Равіль Сафович Сафіулін. Дорогі друзі, від імені уряду вітаю всіх учасників 12-го міжнародного турніру із спортивної гімнастики Кубок олімпійської чемпіонки Стели Захарової. Упевнений, турнір буде проведено на високому організаційному рівні, що сприятиме зміцненню міжнародних спортивних зв'язків та подальшому розвитку і популяризації спортивної гімнастики в Україні. Кращі з кращих зібралися на нашій гостинній землі, щоб у чесній боротьбі підтвердити свою майстерність, продемонструвати спортивний характер та волю до перемоги. Нехай українська спортивна арена стане успішною для вас на шляху підкорення найвищих спортивних вершин. Бажаю всім міцного здоров'я, упевненості у власних силах та спортивної вдачі. З повагою, прем'єр-міністр України Микола Азаров. А зараз слово для вітання надається народному депутату, раднику голови Верховної Ради України Валерію Олексійовичу Баранову. Шановні учасники та організатори турніру, прийміть щирі вітання з нагоди відкриття відомого далеко за межами нашої держави Кубка олімпійської чемпіонки Стели Захарової 12-го міжнародного турніру зі спортивної гімнастики. Традиційний турнір, що зібрав на українській землі кращих представників цього яскравого та видовищного виду спорту, свідчення його великої популярності та світового визнання. Поєднання професіоналізму та високої майстерності
вроди і характеру зачаровує мільйони прихильників, сприяє гармонічному розвитку молоді усіх континентів. Нехай ці змагання будуть позначені неповторною атмосферою радості, добра і взаєморозуміння. Бажаю вам успішних стартів, невичерпної енергії, міцного здоров'я, гарного настрою та нових спортивних звершень. Володимир Рибак. Пані і панове, почесне право відкрити турнір надається засновниці турніру, олімпійській чемпіонці, заслуженому майстру спорту, дворазовій чемпіонці світу, дворазовій абсолютній володарці Кубку світу, 12-разовій чемпіонці Радянського Союзу, президенту Міжнародного благодійного фонду «Спорт і діти», зірці світового і українського спорту Стелі Захаровій. Добрий день, дорогі друзі. 12-й раз я виходжу на помост Київського дворця спорту. И, знаете, у меня слезы наворачиваются, что, слава Богу, все прекрасно, все хорошо, все организовали великолепно и никаких замечаний. И каждый раз, выходя сюда, я волнуюсь, потому что смотрю на трибуны Киевского дворца спорта, и настолько мне радостно и приятно, что наш зритель сегодня украинский возвращается на трибуны спортивные поддержать элиту спортивной гимнастики, которая приезжает к нам в Украину, популяризирует прекрасный вид спорта, зрелищный вид спорта. Я хочу сказать огромное спасибо государству, которое поддержало сегодня мероприятие. Я хочу сказать огромное спасибо нашим партнерам, без которых нам не обойтись. И они присутствуют все здесь. А самое главное, я хочу поклониться вам, людям, которые пришли сегодня и болеть будут за лучших гимнастов, которые будут состязаться на Киевском дворце спорта. Ребята, я хочу пожелать вам удачи, хорошего выступления, ну и чтобы вы порадовали нас своими выступлениями. А я думаю, что мы с вами все поддержим. Поддержим или нет? Спасибо. Міжнародний турнір по спортивній гімнастиці вважаю відкритим. Гальна частина турніру розпочалась командною першістю та багатоборством у чоловіків. Повним складом по три учасники виступали гімнасти Азербайджану, Білорусі, Ізраїлю, Литви, Нідерландів – дві команди, Росії, Угорщини, Узбекистану та України – дві команди. Наші хлопці з перших прав заявили про свої серйозні наміри на лідерство. В гімнастиці від Олімпіади до Олімпіади відбуваються зміни в правилах проведення змагань. Тож докладніше про те, що маємо, і відповідно про вимоги до виконання вправ в коментарях до виступів учасників Кубка Стели Захарової, заслуженого майстра спорту, судді міжнародної категорії Оксани Омелянчик. Будь ласка, Оксана, а на килимі зараз наш Микита Єрмак.
Никита у нас молодой спортсмен, недавно пришедший на помост взрослый, но тем не менее уже заявил о себе как о хорошем спортсмене. Сейчас он выступает на вольных упражнениях и показывает свое упражнение. Немножко были небольшие погрешности, но в целом упражнение он выполнил неплохо. Несколько диагоналей сделал высокой группы трудностей. Сейчас один из требований элементы или движения низко к ковру. Следующее – статическое положение. То, что он выполняет, это все спецтребования, которые необходимо выполнить мужчинам. Также необходимо побывать во всех углах ковра, как в начале, так и в конце. Поэтому мужчины выполняют не одну, не три диагонали, а по шесть и по семь. И даже между диагоналями умудряется что-то выполнять. Вот закончила Никита у нас упражнение. Мы можем оценить, как он это выполнил. Замедленная съемка нам покажет диагональ, которую он сделал вполне неплохо. Это заключительная диагональ. У него была рандат фляг 3 винта, и он выполнил ее хорошо. Майстерність екстра-класу на брусах принесла Олегу Верняєву срібло чемпіонату Європи 2012 і перемогу на етапі Кубка світу. Олег Верняєв являється на сьогоднішній день лідером збірної команди України у мужчин. Он занял, скажем, свое почетное место после Куксенкова Николая, который переехал в Россию выступать за сборную России. Но на данном этапе, я думаю, что все-таки у Верняева больше шансов выступить сейчас на чемпионате Европы и получить какую-то медаль, чем у Николая Куксенкова. Если посмотрим результаты Верняева на этих соревнованиях, у него 4 золотых медалей и 1 серебряная. Ну, це все попереду ще буде. Следующее, он выполнил упражнение на брусьях, закончил его хорошо. Сейчас мы видим, даже зрители снимают его выступление на видеокамеру, чтобы потом пересмотреть. Свободные махи, стойки и соскоки высшей группы трудностей для того, чтобы выполнить специальные требования. Третьим у першій команди України був Євген Юденков. Это тоже молодой участник в нашей команде. Вообще произошли большие изменения после Олимпиады. Сменился состав. Остались Олег Верняев, Олег Степко. И пришло много молодых спортсменов, которые будут соревноваться и сражаться на помосте среди именитых спортсменов. Юденков выполняет те же специальные требования, элементы близко к ковру, элементы с перекатами, сложные элементы, специальные требования и хорошо держится на помосте. Вообще помост – это очень сложное, потому что соревнования, когда выступают в обыкновенном зале, это более привычно как для тренировок и совершенно другое ощущение, когда спортсмены выступают на помосте. Это намного сложнее, потому что менее чувствуешь снаряды, более можно ошибиться. Ну и, в общем-то, для соревнований и помоста это надо. Надо, чтобы ребята работали. Юденков закончил свои упражнения, сделал сложный элемент рандат фляг винт задняя. Мы сейчас это посмотрим в повторе, заключительную диагональ. Приземление не очень четко, но я думаю, что он доработает до чемпионата Европы и будет выступать хорошо. Друга команда Украины – Максим Семенків, Георгій Петросян, Володимир Гербук. За правилами, виконуючи на попередженні оберти у різних напрямах, не має спортсмен права торкатися її тілом. Протягом виступу Максима Семенківа бачимо демонстрацію різних типів хватів, вміння чітко переходити з одного виду до іншого. Ряд перельотів, які дають теж определенную надбавку і бонуси за соединення. Много елементов с поворотами, большие обороты тоже с поворотами или перелетами. И чем больше спортсмен выполняет без пауз и без лишних элементов повороты и перелеты, тем он больше может получить надбавки за соединение и в соответствии базовую оценку получит тоже намного больше. Сейчас у многих спортсменов идет новая программа с
связи с изменением правил соревнований. Поэтому они как раз на этих соревнованиях, на этом помосте, они пробуют свои новые комбинации и новые соединения. Вот он закончил свои упражнения и выполнил соскок двойное сальто, прогнувшись поворотом на 360 градусов. Сделал шагом, это небольшая потеря, но тем не менее может быть недостаточно четкое приземление, которое не даст попадания в финал. Угорець Вагнер Левента на коні. Венгры последнее время одни из лидеров на коне, они всегда финалистами на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских игр. Это считается теперь их снаряд, где они действительно показывают хорошую комбинацию, где действительно сильные претенденты. И из года в год, из соревнований в соревнования, они всегда привозят хороших спортсменов на этот турнир. Вообще хочу сказать, что этот турнир в этом году очень высокого уровня. Приехали многие спортсмены из разных стран, так Россия, Япония, Голландия представили своих спортсменов, которые участвовали на Олимпийских играх, участники. А в России вообще приехал лидер женской сборной команды Алия Мустафина. Сейчас мы видим окончание упражнения венгерского спортсмена. Несложный соскок у него был, он не закончил его до конца, будет понижена группа трудностей. Немножечко вытягивал, но все равно это хорошо, что он вообще закончил. Вот в повторе мы видим круги и как он вытягивает стойку на руках в соскоке. Показывают арбитров нам, судей. Литовські спортсмени – неодноразові учасники Кубка Стели Захарової. Зараз на брусах Владислав Ясаулов. Разные страны имеют своих лучших спортсменов. И как раз на этот турнир они стараются привести своих спортсменов и опробовать перед чемпионатом Европы. Вообще Стелла Георгиевна Захарова всегда старается делать такие турниры, именно для того, чтобы спортсмены могли попробовать себя перед помостом на чемпионате Европы и уже знать, могут ли они выступать с этими комбинациями, или лучше что-то доработать, или лучше что-то изменить, может быть, облегчить. Вот сейчас мы увидели соскок литовского спортсмена. Он был неудачный. Это падение, которое оценивается в минус 1 балл. Сейчас у нас выступает белорусский спортсмен Быков. Он готовится выполнить упражнение на кольцах. Вообще этот спортсмен давно уже выступает за сборную Беларуси. Он также участвует на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских игр в качестве в команде Беларуси. Белорусы всегда отличались хорошей подготовкой у мужчин. Вот сейчас мы видим сложные элементы, которые должны выполнить спортсмены обязательно на кольцах, это силовая часть. Потом у них обязательно должна быть маховая часть, после которой также может быть силовая. Сложно сразу с маховой остановить кольца и сделать силовую часть. И в данном случае мы видим соскок. Он закончил свои упражнения и будет ждать оценку. Дійсно відома в усьому світі білоруська школа спортивної гімнастики. Пригадуємо 1992 рік, Олімпіада в Барселоні, коли білоруський спортсмен Віталій Щерба здобув одразу 6 золотих медалей. Зараз стрибає голландець Казимір Шмідт. Вони одні з претендентів на опорному прыжку і вольних упражненнях обычно. Сейчас он прыгнул не очень сложный прыжок, но тем не менее это переворот сальто вперед с поворотом на 540 градусов, который будет одним из прыжков, из опорных прыжков, которые надо выполнить разные структурные группы, то есть по перевороту и по цукахаре. А на коні россиянин Николай Ковинов. Россия привезла свой мужской состав обновленный, молодой. Они тоже хотят попробовать своих гимнастов на разных помостах. Вообще команда России приняла решение, что все гимнасты всех уровней будут выезжать на разные турниры, где есть помост, где нету помоста, чтобы прокручивать все соревнования. Вот мы видим,
он делает круги спиной. Это сложные элементы, это сложное соединение. Единственное, маленькие технические ошибки, за которые бригада Д будет, бригада Е будет наказывать. И еще соскок не очень хорошо у него удался. Если мы видим, в стойку еле-еле вытянул и еле соскочил соскок. Ну, а также, глядя на него, понимаем, что он недоволен своим выступлением, потому что действительно здесь будет у него много сбавок и небольшая базовая оценка. Вот мы видим замедленные съемки, как он выполняет круги и дотягивает стойку для того, чтобы выполнить соскок, и уходит в соскок, но без поворотов. Сейчас нам показывают Стеллу Георгиевну. Вправо за вправою Олег Верняєв, Микита Єрмак, Євген Юдинков ставали все ближче до верхньої сходинки командного п'єдесталу пошани. Наши ребята первой команды очень настроены были на хорошее выступление, и это можно видеть по их соревнованиям. Немножко и не доставало им точности приземления во всех выступлениях, но тем не менее свои комбинации они выполняли хорошо. Прыгает сейчас Олег Верняєв, это один из самых его лучших снарядов. Вообще, если взять по большому счету, Олег у нас многоборец. Я разговаривала с тренером, и он сказал, что любой снаряд Олег может попадать в финал. Давно не было такого гимнаста, когда он идет в шестерку и потом на каждом снаряде представляет комбинации, которые конкурентоспособны для соревнований в финалах. Бронзовыми призерами 12-го международного турнира Кубок заслуженного мастера спорта Стеллы Захаровой стала команда «Нидерланды-2». Карл Костка. Казимир Шмидт. Ваши аплодисменты, друзья. Аплодис. На втором месте команда России. The second place is taken by the team of Russia. Награду призёр вручает главный судья соревнований, заслуженный тренер Украины, судья международной категории Людмила Короленко. The prize is awarded by the head of the jury, Людмила Короленко. Награды получают Кирилл Прокопьев, Павел Павлов, Николай Ковинов. Кирилл Прокопьев. Павлов Павел and Ковинов Николай. Золотые награды 12-го международного турнира по спортивной гимнастике Кубок Стеллы Захаровой вручается украинской команде. And the first place goes to Ukraine, team number one. Поздравляйте Никиту Ермака, Евгения Юденкова, Олега Верняева. Members of the team, Ермак Никита, Юденков Евген and Верняев Олег. Награды победителям вручает абсолютный чемпион Советского Союза, Кубка Советского Союза, спартакиады народов СССР, двукратный абсолютный чемпион Европы, чемпион мира, шестикратный чемпион мира, абсолютный чемпион мира, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Игорь Коробчинский. And the prize is given by Igor Korobchinsky, absolute champion of the USSR and Olympic champion. Молодцы, ребята справились с задачей, поставленной на сегодняшний день. Попробовали свои комбинации, с которыми они будут выходить на чемпионат Европы в Москве. Приехали, конечно, не сильнейшие составы
всех стран. В общем-то, очень неплохая прогрессирующая команда с Голландии. Хорошие ребята приехали с России. Вот, будем надеяться, что в следующие турниры придут более сильные соперники. Олег выглядит неплохо, хорошая подготовленность у него, функциональная, комбинационная. Молодец, он практически справился на все 100%. Допустил единственное, что ошибку на вольных упражнениях. У нас не сильно большая произошла смена поколений. Это те ребята, которые были рядышком и просто не смогли попасть на Олимпиаду. Потому что на тот момент кто-то был немножко хуже готов, кто-то был просто-напросто травмирован. Поэтому это как раз те наши бойцы, которые будут выступать на шатерах. Этот турнир у нас по счету 12-й. Вы понимаете, в общем, в процессе всех соревнований, которые были, этот турнир у нас получается на Украине один из самых таких больших на помосте. Надо отметить, что этот турнир, конечно, собрал уже гораздо больше и иностранных спортсменов. Прибыли спортсмены из Кувейта даже. Вот. В общем, очень высокий уровень наших гимнастов показан на этом турнире. Мы надеемся, что дальнейшие наши молодые гимнасты поддержат гимнастику. И предстоящая Европа, это, в общем-то, соревнование является как бы небольшой проверкой перед чемпионатом Европы. На змагання жінок були заявлені гімнастки Білорусі, Болгарії, Бразилії, Росії, Словенії, Узбекистану, Японії та України. Склад росіянок засвідчив, що скласти їм конкуренцію буде дуже важко. Представлене нашими сусідами жіноче тріо на сьогодні у них найсильніше. Алія Мустафіна – олімпійська чемпіонка у вправах на брусах, володарка ще й срібної та двох бронзових нагород ігор 2012 у Лондоні. Анна Дементьєва – чемпіонка світу в командній першості, абсолютна чемпіонка Європи у вправах на колоді. Поліна Федорова – срібний призер чемпіонату Росії, переможниця національних молодіжних змагань. Лідер японського тріо – досвідчена Мінобе Ю, учасниця Олімпійських ігор 2008 та 2012, абсолютна чемпіонка та двічі срібна призерка Всесвітньої універсіади. Така цікава деталь. Тренує команду «Країни сонця, що сходить» український фахівець Сергій Буцула. Високий авторитет Української школи спортивної гімнастики залишається визначальним при запрошеннях нашим тренерам працювати в інших країнах, причому і в таких, де й своя визнана у світі школа. У нашій першій команді вести за собою молодих подруг Олену Васильєву та Кристину Санькову було довірено турнірному бійцю зі стажем Ангеліні Кислій. Також від України свої сили в міжнародному турнірі випробували Дар'я Хлопцова і Олеся Сазонова. Прогнозовано росіянки у багатоборстві і, відповідно, в командному турнірі повели вперед. Перед ними, нашими дівчатами і японками, була доволі реальна перспектива стати господарками п'єдесталу пошани. Третье место на 12-м международном турнире по спортивной гимнастике Кубок Стеллы Захаровой завоевали гимнастки Японии. 106,1. According to the team results at the 12th championship, Stella Zakharova Cup was third place was taken by the gymnast from Japan with the result 106.1. На втором месте первая команда Украины, 107 баллов. On the second place, Ukraine, Team 1, with the result 107.0.
победительницами 12-го международного турнира по спортивной гимнастике кубок заслуженного мастера спорта Стеллы Захаровой стали гимнастки России. And the winners of the 12th championship of the Stella Zakharova Cup are the team of Russia. With the result 115.7. Награды победительницам вручает президент Украинской Федерации Гимнастики Сергей Душин. They awarded by the president of the Gymnastics Federation of Ukraine, Сергей Душин. Мы поздравляем Анну Дементьеву, Алию Мустафину, Полину Федорову, Кристину Санькову. We would like to congratulate Дементьева Анна, Мустафина Алия and Федорова Полина. Кристину Санькову, Елену Васильеву, Ангелину Кислую. Санькову Кристину, Васильева Олена and Кисла Ангелина from Ukraine. А также Ноду Сакуру, Минобе Ю, Мизунага Нацики. And Noda Sakura. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Юми Нобе, Нацики Мицунага from Japan. Applause. Господині п'єдесталу пошани найкращі у багатоборстві. Чемпіонка Алія Мустафіна, срібна призерка Анна Дементьєва, бронзова Кристина Санькова. Наш олімпійський чемпіон Валерій Гончаров вітає старшого тренера національної збірної Росії Євгенія Гребенкіна. І галерея переможців в окремих видах програми. Сейчас мы видим Олега Верняева, который готовится на вольное упражнение. Это один из его лидирующих снарядов. И я надеюсь, что он все-таки выиграет этот снаряд на этом турнире. Вот он начинает первую диагональ. Даже не совсем по диагонали, начинает немножечко сбоку. Полтора винта с полуторами сальто-кувырок. Следующая диагональ. Всегда мужчины выполняют самую сложную диагональ. В данном случае мы видим двойной сальто в группировке с двумя винтами. На тренировке он уже пробовал с тремя винтами. То есть это намного выше базовая оценка. Третью диагональ он прыгнул винтовую. Для того, чтобы получить за соединение надбавку. Вот мы видим 2,5 винта вперед. И опять специальные требования, которые необходимо выполнить на вольных упражнениях. Выполняет так называемые круги. Или еще мужчины их называют вертолетами. Силовая часть, которая тоже необходима у них. И следующая диагональ, которую выполнит Олег Верняев, для того, чтобы сделать специальные требования. Тоже она идет винтовая для надбавки. Заключительная, даже, наверное, еще не заключительная диагональ. Напомню, что мужчины должны уложиться минута 10. Все-таки это была заключительная диагональ. И он ее выполнил нормально, с маленькой технической ошибкой. Сейчас нам показывают замедленную съемку второй диагонали 2,5 винта, винт вперед. Еще не четкое у него приземление на всех диагоналях, но тем не менее выполнили хорошо. Сейчас Алена Васильева будет показывать опорный прыжок. Забегая вперед, скажу, что она лучшая на этом турнире, кто выполнил прыжок, и она выиграла этот снаряд. Мы видим, что она прыгает рандат фляг винт, который базовая оценка. Сейчас Стелла Георгиевна с кем-то обсуждает ее прыжок.
Это хорошо и логично, потому что Алена является претендентом на финал на этом снаряде. И вот она закончила прыжок. Было дуже легко мені. Трошки я хвилювалась, але справилась зі своїми емоціями, зібрала себе докупи і змогла показати достойний результат. Було дуже приємно і так на п'єдесталі стояти і змагатись. Було дуже цікаво, сподобалось. Зараз нам знову показують Олега Верняєва. Хочу сказать, что он попал в финал на все 6 видов, но от некоторых отказался, потому что у него после этого турнира будет поездка в Японию на Кубок мира. Поэтому надо немножко сохранить силы. Вот он начал упражнения на коне, маховые движения, разножки. И пошли круговые вращения, когда спортсмен должен сделать несколько кругов на ручке коня, на теле коня, на опоре, безопорном положении, спиной вперед, лицом вперед. И из этого будет складываться все упражнение. А уже судьи будут оценивать, насколько он технично выполнил его, или насколько грамотно было построено это упражнение, и какую базовую оценку он получит в итоге. Ну, как видим, Олег делает хорошо свои упражнения и соскакивает сложным окончанием и получит тоже хорошую оценку. На замедленной съемке мы видим, насколько технично, правильно он выполнил свои упражнения и готов четко выполнить соскок. Соединяя ноги, он приземляется. Хорошее упражнение. Вот еще нам раз показывают, уже с другого ракурса, другие элементы. Ну, по нем можно учить и обучать спортсменов, как надо выступать на коне-махе. Следующее нам показывают олимпийскую чемпионку на этом виде, россиянку Алию Мустафину. У нее тоже грамотно построено упражнение. Оно достаточно короткое, но включает в себя очень много сложных элементов, за которые она получает высокую базовую оценку. Плюс техническое выполнение очень хорошее. Вообще российская школа, она всегда отличалась хорошим упражнением на брусьях. До речи, россиянка Светлана Хоркина была двічі олимпийской чемпионкой саме на этом снаряде. Ну а теперь эстафету перехватила Алия Мустафина, тоже на этом же виде. Россия всегда представляет хорошие брусья, они и чемпионы мира, и чемпионы Европы именно на этом снаряде. Вот мы видим, что закончила упражнение Алия, она довольна своим выступлением, выводящий тренер тоже очень доволен. Кстати, он сейчас является главным тренером у них и отвечает за женскую сборную команды России. На повторе мы видим сложное соединение, это группы D, плюс она выполняет его в соскоке и большим махом двойной сальто с поворотом на 360 градусов. Никита Юрва готовится показать опорный прыжок. В данном случае он финалист на этом снаряде. Как и у мужчин, так и у женщин надо выполнить два разных прыжка. Разные структурные группы. Это могут быть винтовые прыжки. У ребят это могут быть прыжки с двойными сальтами, 2,5 сальта. И эти прыжки все будут оценены. Никита Ермак нам показал не очень сложный прыжок. Может быть, еще не до конца он готов. В замедленной съемке мы сейчас посмотрим. Он прыгнул рандат фляг с поворотом на 720 градусов. Намного увеличилось количество, как видите, зрителей и принимающих участие спортсменов. То есть вот, поприезжало довольно-таки хорошие спортсмены. Вот, радует то, что людям не безразлична гимнастика. И намного сложнее становится выступать на таких соревнованиях. И интереснее, конечно же. Здесь, как вы знаете, очень хорошие призы дают вот, Стелла Захарова. Здесь, как видите, стандартные везде снаряды, поэтому немного твердые. У меня проблемы с ногами, с голеностопами бывают. Поэтому я не выступаю здесь. На бревне свое упражнение начинает Кристина Санькова. Она сейчас является одним из лидеров украинской сборной. К сожалению, наша Мария Левчикова была травмирована на этом турнире.
и теперь будет выступать за сборную на чемпионате Европы именно Кристина Санькова. Она выполняет свои упражнения. Это новое упражнение по новым правилам. Немножечко ей сложно, потому что новые движения. Вообще комбинация полностью переделана под новые правила. И бревно – один из самых сложных технических видов у женщин. Но Кристина, скажем, она не бревнистка, она больше упражнений на вольных у нее получается. И вообще медали у нее на вольных больше. А бревно, в общем-то, один из снарядов, который надо выполнить в командном первенстве или в многоборье. Мы видим комбинации, которые выполняет Кристина. Элементы неплохие, но, к сожалению, выполнены они отдельно. Если выполнять их в серии, это будет дополнительная надбавка и дополнительный бонус. Но для Кристины уже счастье, что она с бревна не падает. Уже немножечко она наработала его и готова показывать свои упражнения. Сейчас она готовится к соскоку. По новым правилам за такие топтания и за паузу будут снимать сбавки. Мы видим соскок, выполнен хорошо, и Кристина закончила свое упражнение. Если нам покажут повтор, мы увидим, как она выполняла кое-какие элементы. Можем оценить, достаточно ли она четко их выполнила. Как раз мы видим соскок, который она выполнила действительно хорошо, и приземление четкое. У меня травма локтя, я не прыгала в полюсу. Чемпионат Европы будет где-то 16 апреля. Буду надеяться, что получится. Сейчас нам показывают финалиста Георгия Петросяна из нашей команды. Кстати, у нас много брусистов появилось. Георгий один из них. Олег Верняев и Олег Степко – это основные финалисты на брусьях. Очень хорошо, что у нас есть конкуренция среди команды. Можно выбирать, кто будет попадать, можно смотреть, кто будет попадать. Ну и, соответственно, могут быть больше медалей у нас в команде. Вот мы видим хорошее упражнение у него на брусьях. На брусьях надо выполнить и статические упражнения, и динамические, и маховые, и сальтовые. Ну и самое главное, выполнить сложный соскок, который должен соответствовать всей комбинации. Упражнение он ведет хорошо, без лишних пауз, без лишних остановок, и выполняет соскок достаточно неплохо. Наступного тижня у Москві стартує чемпіонат Європи. Так ось у нашій чоловічій команді в Москві виступатимуть Олег Верняєв, Олег Степко, Петро Пахнюк, Ігор Радівілов, Олександр Воробйов, Микита Єрмак. Ми побачили замедлену зйомку. Єдине, звісно, Георгій ошибся на соскоці. Це досадна ошибка. Ну нічого. Сейчас нам показывают Анну Дементьеву, которая выполнит вольное упражнение. Вообще, по артистизму очень красивая гимнастка, хотя ее снаряд больше бревно, чем вольное упражнение. Но, тем не менее, неплохо ей сделали эту композицию. Она достаточно выразительная, достаточно красивая. Немножко она ошиблась на первой диагонали. Диагональ была сложная. И вообще, здесь мало гимнастов, которые ошибаются. Ну, такой турнир, где себя можно попробовать. И ничего страшного, если кто-то вышел за ковер или сделал несколько шагов. Не такое четкое приземление. Гимнасты будут знать, что им надо немножко доработать. Сейчас Анна выполнила два гимнастических элемента. Это поворот на одной ноге, два поворота и прыжок. Теперь она выполняет следующую диагональ, 2,5 винта назад и сальто вперед. И вот мы видим, как она уже улыбается, играет, какие вольные у нее получаются. Очень задорные и очень красивые. Также, казалось бы, какой-то небольшой элемент на полу, но это специальное требование, которое должны выполнить гимнастки. Движения должны быть высоко и движения должны касаться ковра. Выполнив два гимнастических прыжка по специальному требованию, она готовится закончить свое упражнение. Заканчивает двойной сальто согнувшись, ну, немножечко потеря, но тем не менее. А у жіночому складі нашої збірної до Москви вирушить Кристина Санькова, Олена Васильєва,
Ангелина Кисла и Дарья Матвеева. Да, как уже говорили, наша лидер Мария Левчикова, к сожалению, травмировалась. Она должна была быть в составе команды, но теперь она поедет в составе делегации, помогать девочкам выступать на соревнованиях. Такие турниры, как этот вот кубок Стеллы Захаровой, он очень помогает команде зарабатывать опыт для того, чтобы выступать вместе, для того, чтобы помогать друг другу. Теперь у нас на перекладине Олег Верняев. Он выполнит упражнение. Это заключительный вид у мужчин. И очень-очень достаточно сложный. Хотя очень зрители его любят. Много перелетов, много поворотов. Зрелищный такой вид, которым можно наслаждаться. И часто его вставляют в конце отдельным снарядом, чтобы можно было посмотреть, чтобы можно было понаблюдать. Небольшие технические ошибки, которые допускает Олег, но я думаю, что на оценку они особо не повлияют. У него хорошая комбинация, у него базовая оценка нормальная, и можно надеяться, что он на этом снаряде тоже заработает большие баллы. Вот сейчас он выполняет специальные требования, когда надо выполнить движения близкие, с поворотами, и делает со спортивного сайта виновен камень. Выполнил он хорошо, приземлился в доскоп, он доволен своим упражнением, кланяется за поддержку зрителей. Замедленную съемку нам показывает, как он выполняет соскок и приходит в доскок. Четыре золота, пять, значит, с командой, мы одно серебро, в принципе, довольно-таки хорошо. Попробовал новую программу, то есть доволен. Кольца пробовал новый соскок, и на нем ошибся, упал, и поэтому проиграл первое место. Турник опять не попал в полную базу, пытаюсь сделать последние все соревнования, никак не могу попадать, никак не могу попасть. То одну сделаю, то другое сделаю, на другом ошибусь. То есть особого какого-то такого давления, ничего, никто. У нас такого, в принципе, нету. Все равны, все молодцы, поэтому у нас команда, мы все друг друга поддержим. Нету такого, что он лидер, и на него вся работа. У нас приехал первый номер российской сборной Алия Мустафина. Это олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях и бронзовый призер Олимпийских игр. Приехал серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Филипп Уде. Женская сборная действительно омолодилась на 80%, но проблема в том, что не хватает у нас медикаментов, не хватает минимум средств для того, чтобы они восстанавливались, для того, чтобы проходили какие-то процедуры. Очень много травм у нас, к сожалению. Не хватает снарядов или каких-то подготовительных снарядов, чтобы они могли работать. Не хватает даже тренерских кадров и рук. Последнее время мы так и конкурируем по таланту, потому что тренеры – это энтузиасты своего дела, фанаты своего дела. Дети в таких условиях занимаются, что кроме таланта тут больше ничего не сделаешь. Даже мы выступаем с такими монстрами, как Россия, где хорошие отборы, где шикарные залы. Америка, где культ гимнастики, бум. И толпами валят на гимнастику, чтобы заниматься гимнастикой. Китай, огромные ресурсы. Отбор идет там на одно место по 5 человек. И мы, маленькая страна, где залы закрываются изо дня в день, это только талант тренеров и талант спортсменов. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, самые стойкие зрители, которые остались поддержать нас сегодня. Я хочу вам выразить огромную благодарность, низкий вам поклон за то, что вы уделили столько внимания великолепному, зрелищному, прекрасному виду спорта, как спортивная гимнастика. Вы поддержали сегодня элиту мировую в нашей гимнастике. Вы знаете, настолько важно это, что те участники, которые выступали на этом турнире, через 3 недели у них чемпионат Европы в Москве. И настолько нужна была им ваша поддержка. Но я хочу сказать спасибо огромное и надеюсь до новых встреч в следующем году. Турнир международный по спортивной гимнастике считаю закрытым.